спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла вопрос о необходимости открыть границы России для трудовых мигрантов. Тема была открыта в рамках 52-го собрания Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Политика закрытых границ имеет неутешительные результаты, поэтому России следует готовиться к возобновлению об объемов трудовой миграции. Для возобновления трудоустройства иностранных граждан государству потребуется разработать новый перечень санитарных норм. Подробности на сайте.